Я-то часто приезжал в Израиль, это мой 13-й тур. Еще одно препятствие было, это пресловутая пандемия. Понимаете, боже мой, ну хоть вроде все это закончилось, хотя и маячит какая-то на горизонте обезьянья оспа. Они чувствуют, что потеряли источник дохода и теперь придумали новое. Но что-то обезьяны не спешат делиться заразы. Как-то у них не получается с этой оспой пока так раскачать. Ну, у нас в России вообще, вы знаете, людей очень было сложно обратить в веру в вакцинацию. Вот насколько все поверили в спецоперацию, настолько же все не верили в вакцинацию. Это удивительно. Я смело говорю у нас, потому что я по маме еврей, по папе абсолютно русский, с Урала, отец был. То есть у меня, я всегда с удовольствием отвечаю за русских и за евреев, понимаете? И ответственность несу и за тех, и спасибо, что родители именно так, значит, меня получили. Мог бы быть папа еврей, а мама русская, и я бы ни здесь не осел, ни там бы. А так, понимаете, все нормально, хорошая схема, рабочая. Можно с этим работать. Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья, здоровья, мира обязательно. Вот, я еще приеду. Хотя чего?